Warner Brothers представляет производство Barefoot Films при сотрудничестве с Warner Brothers Film Productions Германия. Ангел-хранитель. Президентский номер 12 тысяч евро за ночь. Может, покажешь? Ладно. Идем. Сломаю позже. Нет! Нет! Меня же уволят! Прожарки, а не кусок мяса с кровью! Тебе это ясно? Если еще так сделаешь, вылетишь отсюда! Я тебе обещаю! Да. Где ноутбук? Он на столе. Здесь его нет. Он лежит на таком длинном столе. Я его сам там видел. Я же сказал, его здесь нет. Я везде смотрел. Там, где виски стоит. Там, 100%, он был открыт. Я в этом уверен. Поднимись сюда. Да. Сейчас. Я вас чуть не застрелил. Он мертв? Проклятие. Он ведь ребенок. Проклятие. Это ужасно. Какой идиот! Проклятие! Проклятие!
Снимите ботинки и одежду. Я сам разберусь. Трусы тоже? Трусы не надо. Тиль Швайгер, Луна Швайгер, Морец Блейбтрой, Каролина Шух. Мы ведем прямую трансляцию с места происшествия, где несколько часов назад известный предприниматель Томас Бакер застрелил работника кухни Тони Зантера в порядке самообороны. Это заявил сам Бакер во время своего задержания. Начальник охраны Бакера Николас Вульф, бывший майор иностранного легиона, был тоже задержан полицией. Он уже 5 лет руководит группой телохранителей из 57 человек. Томас Бакер имеет право на ношение оружия. У него есть лицензия не только на ношение оружия, но и на ношение заряженного оружия даже в общественных местах. Это очень необычно для этой страны. Томас Бакер сделал свое состояние на продаже оружия. Он заключал многомиллиардные контракты по всему миру. Несмотря на успешный бизнес, а может именно из-за него, вокруг Бакера всегда было много слухов. Речь идет о нелегальных сделках и многомиллионных взятках. Совсем недавно газеты пестрили заголовками о сомнительных сделках Бакера по продаже оружия. Кроме всего перечисленного, ходят упорные слухи о его связях с разведывательной службой. Каждый год он перечисляет миллионы во все благотворительные организации. Томас Бакер был всегда щедр по отношению к народу и правительству России. Томас Бакер – один из самых крупных бизнесменов и очень влиятельный человек в Германии. Продюсеры Тиль Швайгер, Пол Моррис, Том Циклер. Режиссер Тиль Швайгер. Меня вернут в детский дом. Нина, я боюсь, что этого нельзя избежать. У тебя нет опекуна. Но я думаю, что пока мы отправим тебя в другое место. Ладно? Не знаю. Не хочу возвращаться. Ты молодец, что дала показания полиции. Тони единственный, кто всегда защищал меня. Но его уже нет. Держись, Нина. Могу себе представить, как тебе плохо. Может быть, хочешь поесть? Ну ладно, увидимся позже, да? Я опоздала? Нет, мы только начали. Итак, вы вошли в ванную. Мой подзащитный может не отвечать. Он даже не опишет свою версию того, что случилось? Все верно. Итак, на первом допросе, который состоялся на месте преступления, вы сказали... Это ничего не значит. Наверняка вам уже известно, что полицейские нашли в вашем номере свидетельницу, которая по-другому описывает случившееся. Она говорит, что у Тони Зандера не было оружия. Надо его прижать. Покажите мне протокол, я настаиваю. А до тех пор мой подопечный не будет давать показания. Это была самооборона? Мой клиент не обязан отвечать. Есть на него что-то? Нина поможет нам. Она свидетель. Вы хотите дойти до суда? Да, хочу. И сохранить свою работу? О, да. Вы проиграете этот процесс. Ваш свидетель просто уличная девчонка. А знаете, почему она уличная девчонка? Она сирота. Нет ни одной семьи, которая бы согласилась удочерить ее. 2 приемных семьи от нее отказались. Она не только вскрыла несколько машин, но еще и каталась на них. Она очень жестока. Вот. 2 нападения на преподавателя, оскорбление, 3 недели не появлялась в детском доме. Ну а в школе? Прогулы. Здесь много всего. Мне продолжить? Проблемы с законом не исключают того, что ее показания правдивы. У Бакера есть свидетель. Который за это получит деньги. Мой клиент очень уважаемый человек, в отличие от вашей свидетельницы. При этом он убийца. Это еще не доказано. В этом будет разбираться следствие. Знаете, вы уже не первый раз пытаетесь сделать себе имя за счет господина Бакера. Пожалуйста, делайте свою работу и отпустите моего клиента. Могу дать гарантию, он не сбежит. Меня больше волнует вероятность сокрытия фактов, и я знаю свою работу. Я вижу, когда кто-то пытается меня обмануть. Ух ты. Мне кажется, что мы с вами разговариваем на разных языках. Поверьте, девочка сказала правду. Я говорила с ней 3 часа. Ее показания очень подробные и точные. К
Госпожа Мюллер, а как девочка будет чувствовать себя в суде? Это будет пытка для бедной сироты. Скажите, вам ее не жалко? Мы же разорвем ее на части. Я постараюсь представить ее еще более ненадежной, чем она есть. И у меня это получится. Предупреждаю вас. Я буду настаивать на аресте вашего клиента. Под залог его никто не отпустит. Почему я еще здесь? Судья послушал Зару Мюллер. Опять она. Телефон. Фалькнер. Карл. Разве судья не выпустит меня под залог? Я жду звонка. Это не проблема. А что с этой стервой? Пока это ее дело, Томас. Но я все улажу. А девчонка? Ее купить можно? Это довольно сложно. Почему? Программа защиты свидетелей. Почему я об этом не знаю? Сделай что-нибудь. Не могу. В конце дня этим будет заниматься полиция. А сейчас? Томас. Перестань меня так называть. Итак. Я ничего не могу сделать. Ах, Карл. Моего клиента выпустили под залог. Это радостное известие. Судья принял решение на основании новых улик. Господин Бакер не дает комментариев. Клиенты! Я скажу одно. Я ни в чем не виновен на 101%. И если только этот безобразный парс дойдет до зала суда, то я посмотрю вашей свидетельнице прямо в глаза. И тогда вы сами увидите, что от всех своих обвинений она откажется. Господин Бакер, вы продаете оружие? Да, по заказу правительства. Вы можете рассказать про дело Спенсера? Скажите, вы чувствуете себя убийцей? Нет, я никогда не был убийцей. CNN International, зачем вы носите оружие? У меня есть на это право, болван! Это моя страна, идиот! Больше никаких комментариев! Господин Бакер! Скажите! Сейчас же закрой дверь! Отойдите! Парень, парень, хороший. Молодец. А ты заткнись. Нацист проклятый. Во что превратилась эта страна? Извините, а у вас есть молоко без лактозы? Первый раз слышу. Это молоко без сахара. Вот здесь соевое и обезжиренное. Молоко без лактозы? Нет. Это точно? Извините, нет. Открывай. Ты что-то рано? Просто соскучился. Пароль? Открой сейчас же дверь. А где молоко? Открывай дверь. Ты молоко принес? Очень хорошо. Привет. Это обезжиренное молоко. Другого нет. Либо такое, либо сыр. Но в нем есть лактоза. Я не переношу лактозу. От нее метеоризм. Я всю ночь просижу на толчке. Не бей? Да, конечно.
Я люблю латте макиато. Я тоже. Лео, поправь куртку. Девочка не должна видеть пистолет. Да, верно. Давай же. Доволен? Где Хелена? В душе. Видишь ли, она моет голову только для тебя. Она влюблена. Лео. Это правда? Что-нибудь необычное было? Небольшая истерика. Потом закрылась в ванной и сказала, что будет сидеть там. Мне пришлось ломать замок. Так что можешь пойти развлечься. Лео. О, черт, уже начинается. Эй, ты рано. Дома было скучно. С днем рождения. Спасибо. Ой. Я же говорил. Ты свинья. Большое спасибо. Who the fuck do you think you are? The only guy in Charlestown with a gun? You guys run numbers and pump dope. You're an old guy with a fucked up face with all those glory years behind him. I ain't fucking working for you. Got it? Что смотришь? Телевизор. Надо же, я не догадался. Можно посмотреть с тобой? Как хочешь. По подозрению в убийстве сотрудника отеля были задержаны бизнесмен Томас Бакер, а также начальник его охраны Николас Вульф. Но сегодня утром совершенно неожиданно их выпустили под залог. Прокурор не нашел повода для содержания обоих под стражей ввиду недостаточной доказательной базы. Карл, когда их выпустили? Почему, я не знаю. У них появились новые свидетели. Две девушки по вызову. Просто Бакер не хотел говорить о них. Девушки по вызову? Да. Что-то еще? Нет. Дома будет весело. Кстати, в холодильнике для тебя сюрприз. Спрячь пистолет. Как думаешь, Лео для тебя сделал? Лео умеет печь? Нина помогала. Я говорила с ней. И что она сказала? В основном она говорила про Тони. О том, что она впервые влюбилась. И что мама обещала ей бросить пить. Но не бросила. Поэтому она одна. Ее била директриса, а когда она защищалась, ее наказывали. Бедной девочке нелегко. Привет, дорогая. Ты где? Иду к машине. Скоро буду. Хорошо. Была у врача? Да. И что? Все в порядке? Скажу, когда приедешь. Нет, скажи сейчас. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Ну скажи, у нас будет ребенок? Да или нет? Да или нет? Да. Да? Да. Девочка или мальчик?
И еще пока не видно. Знаешь, я почти уверен, что будет мальчик. Лео, все в порядке? Лео? Лео? Алло, я разговаривала по телефону с мужем и... Да. Спасибо. За что? За твой торт. Это идея, Лео. Нина, пора делать укол. Потом сделаю. Нет, давай сейчас, а потом спать. Нина. Потом. Нина, если ты не пойдешь отдыхать, я тоже не смогу отдохнуть. Я не хочу спать. Я все равно не засну.
Не смотри, Нина. Отвернись. Мы отсюда уйдем. Ты пойдешь за мной. Возьмешь меня за ремень. Мы пойдем вместе. Синхронно, да? Левый, правый. Левый, правый. Ясно? Ясно? Теперь иди с правой стороны. Между мной и зданием, ясно? На нас напали. Наш адрес кто-то сдал. Елена мертва. Нет. А девочка? Она со мной. Иди на второй объект. Встретимся там. Генри, ты меня не слышишь? У нас завелась крыса, на дом напали. Отведи ее на второй объект. Все будет в порядке. Твои люди знают про этот объект. Это опасно. Можешь прийти на станцию метро Deutsche Opera? Да, буду там через час. Хорошо. Еще кое-что. Нужен инсулин. Почему его отпустили? Он же убил Тони. Как же так? Видимо, у него есть связи. Надо идти. У меня больше нет сил. Я не могу. Ты очень сильная, ты сможешь. Не надо надо мной смеяться. И не собирался. И что же я смогу? Держаться за твой ремень и дрожать от страха? Это так ужасно. Видеть, как рядом с тобой умирает человек. О той квартире никто не мог знать, верно? Только свои. Меня нашли там, значит, найдут везде. Это так? Не найдут, если встанешь и пойдешь со мной. Эти люди убьют меня. Тебя никто не убьет. Попытка была. У них же ничего не вышло. Хелену убили.
Ты не можешь все бросить, надо довести дело до конца. А я буду рядом. А если убьют тебя? Меня не убьют. Тебе пули не страшны? Страшны, но я же был бойскаутом. Очень смешно. Нина, обещаю, я буду заботиться о тебе. Со мной ты в безопасности. Если кто-то к тебе подойдет, я его убью. Извини. Еще раз. Теперь нам нужна машина. Ты это видела? Я даже абракадабра не сказал. Мне нужна машина! Открывай! Предупреждаю, у меня черный пояс. Телефон. У меня семья. Мне нужна машина. Выходи. Быстрее. Макс, сколько тебе лет? А сколько дашь? 50. 50? Я так выгляжу? Да. Может быть, 46. До встречи с тобой мне давали 26. Размечтался. Поговорим потом. Сначала укол. Сама сделаю. Точно? Да. Кто знал о квартире? Сколько человек? Вся моя команда и прокуратура. Еще и прокуратура? Она свидетеля не должны знать. Обещаю тебе, я найду крысу. Ничего не выйдет. Ты не знаешь, кого купил Бакер. Забудь про защиту, оставь ее мне. Нет. Я соберу команду, и мы спрячем ее. Так мы не работаем. Генри, среди нас крыса. Вот именно, у нас брешь в системе, и ты ее часть. Двое погибли, а ты жив. Надо разобраться. Почему двое? Хелена и Лео. Лео? Да, Макс. Ты знал, что он собирался стать отцом? Иди домой, отдохни. Завтра у тебя будет тяжелый день. Ты знаешь правила. Я обязан отстранить тебя от дела. Ты больше не отвечаешь за девочку. Мы все начнем сначала, но с новой командой. Генри, подумай, что ты говоришь. Поверь мне. Сейчас я никому не могу верить, только себе. О чем ты? Я буду защищать ее до конца. Теперь это моя забота, я забираю ее. Не забираешь. Не понял? Я ее не оставлю. Поезжай с нами, но потом мы попрощаемся. С завтрашнего дня ты уволен. Нам надо идти. Нина, иди сюда. Встань за мной. Я буду защищать тебя. Благодарю за инсулин. Нам пора. Макс, ты никуда не пойдешь. А ты останови. Макс, ты совершаешь большую ошибку. За это тебя посадят. Наручники. Генри, нельзя пить во время работы.
Стой, Макс. Это безумие, Макс. Макс, я объявлю тебя в розыск за похищение свидетеля. Между прочим, я шеф полиции. Она стоит у дочь опера. Да, точно. Пришли ко мне, ребят, и пусть возьмут кусачки. Эй, слушай, принеси мне кусачки. Что, Тарзан? Анаболиков много принял? Побыстрее, можно? Шевелись давай. Ну чего уставился-то? Тормоз. Сегодня в кровавой бойне в Берлине были убиты 7 человек, в их числе 2 сотрудников полиции. Хелена К. и Лео С. Нам сообщили, что жители слышали жуткую стрельбу и мощный взрыв в доме. Корреспонденты нашего канала сообщают о больших разрушениях. Где она? Понятия не имею. Что? Я не знаю, где она, но знаю, что жива. Мне также известно, с кем она, но я не знаю, где она сейчас. Я думала, ты с ними встречался. Он забрал девочку и ушел. Как же ты мог это допустить? Я был один. Я пытался его остановить, но он отобрал у меня пистолет. Кунг-фу, я не знаю. С кем она? Спецназовец. В прошлом. Возомнил себя Рэмбо. Что за Рэмбо? Рэмбо. Тип из кино. Сильвестр Сталлоне. Адриан! М? Имя у него есть? Да. Макс Фишер. Дерьмо. Что-то не так? Все так. Я должен знать про Макса все. Если он получил штраф за неправильную парковку, я должен это знать. Если в Кундузе он сбил осла, я должен это знать. Надо, чтобы фотографии девочки были во всех участках, во всех отелях и во всех мотелях без исключения. Я хочу, чтобы каждая клиника, каждый врач в городе, каждая аптека, каждая больница контролировала запас инсулина. И если я найду в этом городе хоть одно место, которое вы не проверили, вы пожалеете. Итак, сначала обыщите его квартиру. Привет, это Лили. Настал тот день, когда я о тебе подумала. Надеюсь, что у тебя все хорошо, ты в безопасности, и у тебя все на месте. И что ты счастлив, всем доволен. У меня все в порядке. Много дел. С днем рождения. Квартира пустая. Как это? Он не живет там, мы выяснили. А где же он живет? В том же здании, только этажом выше. Ты шутишь? Mm-mm.
шеф. Вам это вредно. Давай обсудим это, когда доживешь до моих лет. Конечно. Кто тебе звонил? Знакомые. Ясно. Твоя девушка? Это было в другой жизни. А фотка ее есть? Нет, я не ношу ее с собой. Почему? Она уже не твоя девушка? Нет. Ты бы хотел, чтобы... Этого не будет. Но она звонила. Она хочет вернуться. Девушки меня не привлекают. Это очередная шутка? Неудачная. Глупая шутка. Пей коктейль. Девушки нет, а уже 50. Мне не 50. Но ведь будет. Что твоя семья скажет? У меня нет семьи. Семьи нет? Угу. А где твоя семья? Моего отца не стало, когда я был маленьким. А мама умерла, когда мне было 18. А я даже не знаю, кто мой отец. Моя мама пила и сидела на наркотиках. Меня забрали у нее. Однажды мне позвонили и сказали, что она умерла. Значит, мы с тобой две сироты в ночи. Ты веришь в небеса? В каком смысле? Что за нами оттуда кто-то присматривает. Я знаю многих, за кем никто не присматривал оттуда. А ты? Когда я была маленькой, мама говорила, что у каждого есть свой ангел-хранитель. Веришь? Может, ты мой ангел-хранитель? Можешь научить меня обращаться с пистолетом? Это шутка? Нет. Научишь? Нет. Я в туалет. Сама справлюсь. Здравствуйте. Что желаете? Два кофе. Спасибо. Сколько с нас?
16:40. Что произошло? Какой-то пьяный придурок ударил меня локтем в лицо, когда я сажала его в полицейскую машину. Нарочно? Нет. Он был просто пьяный. Проклятие. Кровь не останавливается. Вам лучше поднять голову и зажать нос. Вот так. 25. Спасибо. Спасибо. 25, 30, 40. 100. Это рвота? Где? Это рвота. Черт. Нет, зажмите нос, иначе кровь не остановится. Я сниму. Мне пора. Удачи. Удачи. Что ты делаешь? Девочка, отойди. Нина, отойди. Бросайте оружие. Отойди. Нет, отойди, девочка. Я не хочу стрелять, но выстрелю, если придется. Нет! О, черт. Я велела вам бросить оружие. Бросьте оружие. Сейчас же. Девочка, отойди. Прошу тебя, не стреляй! Макс, пожалуйста! Ваш коллега не ранен, он просто без сознания. Положите свой пистолет на пол, и мы с девочкой уйдем. Нет, вы не уйдете! Сделайте, что он сказал! Пожалуйста! Или он застрелит вас! Нам пора идти. Спрячься за меня. Макс, не стреляй! Прошу! Не стреляй, Макс! Бросайте оружие! Отойди в сторону, Нина. Нет! Не стреляй! Макс, пожалуйста! Since I've seen your face, I've been everywhere and back, trying to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool, it's been on the run. Heart's still beating, but it's not working. It's like a $1 million phone that you just can't ring. But I feel nothing. Yeah, my heart is numb.
заказывали машину службе лимузинов. Ваш заказ выполнен. Я выбрал самую лучшую модель и забронировал вам лучшие места. В багажнике. Шампанское закончилось. Вы так шутите, да? Нет, они перекрыли весь город. Это исключено, у меня клаустрофобия. Давай. Такое? Полиция. Макс, я остановлюсь. Сейчас мы остановимся. Но мы будем лежать тихо. Я сейчас положу тебе руку на рот. Мы будем вместе лежать очень медленно. Очень-очень медленно и глубоко. Я иду на море, на пляж. Пойдешь со мной? Я не была на море. Никогда не была. Хочешь, поедем туда, когда все закончится? Что-то нарушил? Вы не пристегнуты. О, конечно. Ремень сегодня порвался. И вы переехали сплошную линию. О, правда? Угу. Мне очень жаль. Я не заметил. Я без очков плохо вижу. Серьезно? Конечно, я без них слепой, как крот. Покажите ваши права, пожалуйста. Я знал, что вы так и скажете. Не поверите, но мое водительское удостоверение закончилось на прошлой неделе. Выходите из машины. Только медленно. Нужны документы. Угу. Пожалуйста. Выходите. Извините, я не могу выйти. Сейчас же выходите. Я не могу выйти. Я сказал, выходите медленно. Я действительно не могу. Посмотрите сами. Простите, мне снаружи не было видно. Нет, вы не виноваты. Но, понимаете, у меня проблема. Мне очень нужно в туалет. А я забыл свое кресло и в общественный туалет пойти не могу. Я только собирался заехать вон туда. Поезжайте. Все в порядке. Спасибо большое. Эй! Откройте багажник. Ува. Все в порядке. Пусть едет. Да он не закрыт. Так закрой. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. И вам тоже. Пока. У него нет ног. Нет ног. Пронесло, кажется. Чуть не вляпались. Люблю это дерьмо. Люблю. Пронесло. Он сумасшедший? Немного. Заходите, устраивайтесь, я машину загоню.
Господин Бакер, вы давно торгуете оружием? Отвечу так. Каждая страна имеет право защищаться. Каждая страна может воспользоваться этим правом. И каждая страна хочет иметь самое надежное, современное и, прежде всего, эффективное оружие, если, конечно, она в состоянии его финансировать. Это создает огромный спрос. Мы удовлетворяем спрос, создаем рабочие места и безопасность. А как это оружие используют, вам безразлично? Оружие — это как вода. Это необходимость. Я задал вопрос. Вам безразлично, как используют ваше оружие? Не безразлично. Но ведь я за это не отвечаю. Если вы продаете молоток, им можно убить человека. Если продаете машину, на ней можно сбить ребенка. Любишь печенье? Вроде самое лучшее печенье. Так ты хочешь или нет? Не хочу. А откуда ты знаешь Руди? Мы вместе воевали. На какой войне? В Афганистане. Я не знала, что ты солдат. Давно уже нет. А Руди? И Руди тоже. Еще один вопрос, который интересует наших зрителей. Как вы вообще можете быть здесь сегодня вечером? Почему вас так быстро отпустили? Мы с вами договаривались это не обсуждать. Почему же? Я задаю те вопросы, которые я хочу задать, а вы отвечаете на те вопросы, на которые вы хотите ответить. Отличная договоренность. Вы хотите сказать, что мы не договаривались это не обсуждать? Именно так. Тогда вы просто врете. Или вы, господин Бакер. О, простите, что так долго. Мне стало трудно влезать в кресло. Наверное, слишком растолстел. Надо завязывать с печеньем и начать бегать. Новое кресло? Да, новенькое. У меня что, губная помада на лице? Ужасно выглядит. Потрогать хочешь? Потрогай, они не кусаются. Как ты потерял ноги? А ты угадай. На войне? Динь-динь-динь-динь-динь. Молодец. Да. Маленькая дурацкая мина. Прямо передо мной. Бум. С тех пор у меня звенит в левом ухе. Это действует на нервы. Правда, есть и свои плюсы. Больше нет мозолей на ногах. Развеселилась. Молодец, тебе идет улыбка. Макс, видел? Нет, не видел. Перестань. Как это не видел? Такое нельзя пропустить. Вся комната засветилась. Смотри. Что это? Колясочник бросает копье. А это? Колясочник бросает ядро. А это? Бег с препятствиями. Алло? Зара? Да. Это Гэри. Прости, но так надо. Не поняла. К тебе идут с обыском. Что за бред? Зара, так надо. А? Ты думаешь, это я? Это стандартная процедура. Ты просто козел, Генри. Мне жаль. Тебе жаль, да? А к тебе тоже придут? Твой дом тоже обыщут? Чтобы у тебя член отсох. Читайте. Как хотите. Подождите. Вообще-то это лично. Тихо ты.
спецназ. Почетный крест за отвагу. Благодарность президента США за отвагу и проявленный боевой дух в борьбе с вероломными врагами-террористами объявлено лично Джорджем Бушем. Что за бред? Один вопрос. Да? Почему он защищает свидетелей? Я не знаю. Ты не знаешь. Подбор сотрудников не входит в мою компетенцию. Это дело полиции. Ты должен запомнить. Никакого суда. Надо закрыть это дело как можно быстрее. Я упорно работал, чтобы иметь то, что у меня есть. Я не позволю тебе все разрушить. Если я буду тонуть, то и ты со мной. И не только ты. Но еще утонут все, кто тебе дорог. Эту девчонку убрать срочно. Ты понимаешь, что это в твоих интересах? Если найдут конспиративную квартиру, то и тебя найдут. Если тебя найдут, то и меня найдут. Мы всего на одну ночь. Макс, речь не об этом. Пока этот тип на свободе, она в опасности. Выход только один. Убить его. Тогда проблема решится. Учти, в любом случае, я с тобой. Я пытаюсь остаться в живых. Я все сделаю. Мы же всегда прикрывали друг друга. Руди. Эй, друг, ты что? Посмотри на меня, черт возьми, это будет для всех эффект неожиданности. Что? Я серьезно говорю тебе. Знаю, в том-то и проблема. Подними меня на крышу. Я там залягу, дождусь гада и убью одним выстрелом. Об отходе позабочусь сам. А? Я не смогу поднять тебя, ты слишком толстый. Толстый? Да. Черт, разве я толстый? Я в прекрасной форме, посмотри на меня. Просто все майки сели. Уже не сплю. Ты бы тех полицейских застрелил? Нет. Я бы их не застрелил. Но бывает, делаешь не то, что тебе хочется. А ты когда-нибудь делал не то, что хотел? Да. А было так, что ты убивал кого-то случайно? Убивал невиновного. Макс. Не знаю, наверное. А детей? Макс. Ты пытаешься не делать ошибок. Но на войне происходят ужасные вещи, и все так быстро. Бывает, что ты принимаешь неправильное решение. А тебя когда-нибудь ранили? Да. Часто? Часто. Как часто? Давай не будем об этом говорить. Это больно. А ты как думаешь? Скажи, каково это быть на войне? Я хочу спать. Скажи, или я не усну. Скажи. В первом бою так страшно, что ты скорее написаешь в штаны, чем сделаешь выстрел. А дальше? Ты привыкаешь. Но кажется, что время остановилось. Тебя учат не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Ты просто пытаешься остаться в живых. И ты думаешь. О чем? О том, что тебе в жизни дорого. О тех людях, которых ты любишь. О том, что ты еще не успел сделать. И вся твоя жизнь проносится перед глазами. И ты прощаешься с ней. Но внутренний голос говорит нет. Нет. Ты еще живой. Не сегодня. Не сегодня.
чувствуешь, когда убиваешь? Нина, хватит. Пожалуйста, скажи. Чувствуешь ужас. Но потом... потом привыкаешь. А ночью видишь кошмары. Если я умру, если меня убьют... Тебя никто не тронет, Нина. Но ведь есть вероятность. Будут похороны, как у всех. Нина. Хотя это значение не имеет. Все равно никто обо мне скорбеть не будет. Если хочешь поговорить, то давай говорить о приятном, ладно? Скажи, на твои похороны кто бы пришел? Говори о приятном. Кто бы тогда расстроился? Руди? Никто. Я буду жить долго. А вдруг нет? Послушай меня. Я буду плакать на твоих похоронах, если ты будешь плакать на моих. Прости, что я себя так плохо вела в машине. Не надо извиняться. Ты храбрая девочка. Ты со мной останешься на ночь? Я буду с тобой всю ночь. Но имей в виду, я не хочу, чтобы ты совала мне под нос свои пятки. Девятки. Нина, у тебя природный талант. Вот так. Еще раз. Достаешь оружие и целишься. Оба глаза открыты, а потом... Глаза, дуло, цель. Точно. Так, еще раз, на позицию. Готово? Готово. И хоп! Хорошо, ну давай еще раз. Уже лучше, отлично, супер. Что делаете? Играем в страйкбол. Скажи, куда стрелять? Ты что делаешь? Она же ребенок. Старик. Я попросила научить меня стрелять. Тебе еще рано стрелять. Это же страйкбол. Мне все равно. Это же игрушка. С оружием не играют. Успокойся, мы же ничего не сделали. Просто немного развлеклись. Точно. Глаза, дуло, цель. Макс проснулся, поиграть не удастся. Макс. Эй. Слушай, если было бы за что, я бы извинился. Ты зря волнуешься. Я не хочу, чтобы она брала в руки оружие. Макс, какое главное правило телохранителя? Дистанция. Дистанция с объектом. Нина – объект, и ты нарушил главное правило. Ты опекаешь ее. Так нельзя. Пойми меня правильно, я не имел в виду ничего плохого. Она хорошая, но... ты же не ее отец. Нина, подойди ко мне. Грибы любишь? Никогда не пробовала, только напиться. Так. Я ем мюсли на завтрак. С сахаром. У меня мюсли нет. Грибы намного лучше. У нас есть протеины и фрукты. Ешь. Я хочу поиграть в страйкбол. Нам нельзя. Это он запретил? Да. Ты всегда его слушаешь? Почти всегда. И обычно он прав. Знаешь, он спас мне жизнь. Хотя ноги свои я потерял,
но жив остался. Он оставил свою позицию. Мы были под обстрелом. Он вылез из укрытия, чтобы меня вытащить. До самого лагеря он тащил меня на себе. Он это сделал. Остальные делали то, что должны были делать. Они не оставили позицию. Видела браслет, который он носит? Такой. Ну, ты видела? Да. Это братская связь. Особый знак. Я ношу один. А он каждый день мог бы носить разные. Он хороший парень. И верный друг. Хоть он и не считает, что страйкбол — это просто игра. Вот. Держи. Я дарю его тебе. Ты уж присматривай за ним. Пожалуйста. И старайся быть добрее. Ты ему нравишься. Почему ты нам не рассказала про Макса? Это важно. Я не знала, что он работает на вас. Когда мы встречались, он был солдатом. Зара, ты видела его дело и все поняла? Да, поняла. И поверь мне, Генри, я была удивлена. Что? Бывший парень прокурорши сбежал с главной свидетельницей. Выглядит не очень здорово. Я знаю. Фалькнер отстранит тебя от дела. Он не должен узнать. То есть как? Уничтожь фотографии, и никто об этом не узнает. Ну зачем? Ты мне доверяешь, и я прошу тебя. Уничтожь это. Спасибо. Ты знаешь Лили? Угу. Очень хорошо. И? Она классная. Да? Классная? И все? Она очень умная. Еще она училась в университете на юриста. А главное, она веселая. Еще она остроумная. Она замечательная. Ого. Он любил ее? Очень. Почему они расстались? Она его бросила. Почему? Я не знаю. У нее красивый голос. А попа у нее... Фу. Попа у нее просто супер. Пошляк ты. Это ты, друг Руди? Да, принес? Нет, это сложно. Почему-то медикаменты вообще не выдают. Ладно, сколько? Да дело не в деньгах, ведь Руди мой друг. У меня нет ключей. Как ты? Не очень. Нужен инсулин. Пройти на склад не удастся. Извини. Руди? Что? Машина едет. Передавай ему привет. Черт. За мной. Сними ты решетку и прячься. Быстрее! Быстрей! Алло. Они здесь. Еду. Держись.
Эрлихман? Эрлихман, мы из полиции. Нам надо с вами поговорить. Откройте нам дверь. Покажите удостоверение. Это из банка карта? Шутник. Здесь холодно. Мы ищем вашего друга, Макса Фишера. Макс Фишер, Макс. Ах, Макс, Макс! Мне жаль, я не видел его уже целый месяц. Мы хотели бы осмотреть ваш дом, но это ненадолго. Хорошо, тогда я хотел бы посмотреть ордер на обыск. Ладно. Какие-то вы странные копы! Эй! Заходите, не стесняйтесь, гости дорогие. Я знаю, они здесь. Я прав? Я даже не понимаю, о чем вы. Господин Фишер, выходите. Или я застрелю этого беднягу. Эй, можете делать что хотите, только уберите свою дурацкую пушку от моего лица. Я что, для вас опасен? Ребята, перестаньте! Стойте, стойте! Не переворачивайте все вверх дном! Уборщица только сегодня все убрала! Остановите же их! Хватит тут ездить, это меня раздражает. Ладно? Ладно. Хорошо. Ты свои ходули потерял. Бегал в мешке. Смешно. Смешно, да? Ага. Эй, мне интересно, когда вы закончите, вы сделаете уборку? Потому что если не сделаете, мне придется написать на вас жалобу в полицию, а мне не хотелось бы этого делать исключительно из-за того, что вы мне нравитесь. Ха. Почему же ты гном? Скажи. Фугас. Не повезло. Да, я тоже так думаю. Я мог бы стать учителем танцев. А ты веселый парень, да. Серьезно? Серьезно. И смелый. Класс, хорошо, очень хорошо. Тогда, может, у нас с тобой что-нибудь получится, как ты думаешь? Кто знает. Эй, черт побери, у себя дома вы тоже так делаете? Поаккуратнее, это сервиз. Я никого не прячу у себя дома. Уж под кроватью тем более. Придурок. Две тарелки. Что? Живет один, а тарелки там две. Руди. Руди что? Две тарелки. Я вам все сказал. Забирай своих ублюдков и проваливайте из моего дома. А иначе я встану с этого кресла и дам тебе хорошего пинка.
Нина? Имя? Нина. Фамилия? Фишер. Вы ее отец, да? Да. Когда родилась? Ей 15. 1 августа. Она родилась 1 августа. Она поправится, да? Сейчас ее состояние вполне стабильное, мы начнем лечение. Большего сказать не могу. Вы ранен? Нет. Царапина. У вас кровь? Все хорошо. Подождите. Если будешь обжираться, лопнешь. Я из приемного отделения городской больницы. К нам поступила девочка в диабетической коме. У мужчины, который выдает себя за ее отца, в левой части живота пулевое ранение. Он ведет себя очень подозрительно. Понятно. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь вступить с мужчиной в диалог. Ясно. Отправляем наряд. Хорошо. Они в городской больнице. И срочно отправьте группу в Окермарк, там гора трупов. Не может быть. Thank you.
Шеф, я заберу это. Сейчас я нахожусь перед зданием городской больницы, внутри которой произошла настоящая драма. Неизвестные открыли в больнице стрельбу. Как минимум 7 человек погибли. Состояние нескольких человек критическое. Десятки раненых, многие в шоке. То, что происходило здесь в те минуты, трудно описать словами. Это просто зверство. Одно можно сказать точно. За моей спиной вы видите здание, которое в это мирное время превратилось в поле боя. Чистые полотенца в ванной, кровати, конечно, застелены. Если будете фильмы смотреть, то за отдельную плату. Смотреть мы не будем. Хорошо. В час 40 евро. А сколько за ночь? За целую ночь? Я сдам вам номер за 400. Фильмы бесплатные и... Вот. За мой счет. Мы с папой здесь проездом, а наш багаж на вокзале украла какая-то сволочь. Так что дай мне ключи от комнаты и перестань на меня пялиться. Вот придурок. Это публичный дом? Здесь не будут искать. Запри дверь. И закрой шторы. Почему ты ругаешься? Что там? Ничего страшного. Я тебе не верю. Все в порядке, только нужен пластырь. Я бы очень хотела научиться стрелять из пистолета. Нет. А вдруг ты потеряешь сознание? Не бойся, этого не случится. Организм справится. Я уверен. Ты болен. Это надолго. Я ведь не тупая. Все обойдется. Надо кому-то позвонить. Например, Лили. Сделай это. Она же звонила. Позвони. Нет. А если ты умрешь, что будет со мной? Пойдешь на мои похороны. Не смешно. Срочно нужен врач. Нет. Тебе сейчас нужна помощь. Нина, все. Хочешь умереть? Нина. Пока, Макс. Так нельзя! Я этого не выдержу! Тебе плохо! Ты тяжело ранен! Ты даже с трудом двигаешься! Ты не сможешь меня защитить! Может быть, ты решил сдаться?
Надо найти врача. А еще хороших полицейских. Макс, ты можешь умереть. Я не хочу на твои похороны. Пожалуйста. Ты видишь то же, что и я? Ей не больше 14. Можешь не выходить. Только покажи права и документы на машину. Тебе не слишком рано водить машину? Думаю, документов у тебя нет. Придется поговорить с твоим отцом или с мамой. Выбирай сама. Кто из них самый строгий? С тем и придется поговорить. Знаешь, что в твоем возрасте нельзя водить машину? Стоять! Буду стрелять. Стойте, где стоите. У тебя в руках игрушечный пистолет, верно? Ладно, ладно. Мы отвезем тебя к родителям. Нет, у меня родители, придурок! Ты как разговариваешь? Клади оружие на землю! Послушай, я этого не сделаю. Давай! Пауль, сделай, что она сказала. Слушай, убери оружие, и тогда никто тебя не тронет. Пауль! Не вмешивайся, я тут главный. Брось оружие. Тогда мы все спокойно обсудим. Заткнись, я не шучу, и стой на месте! Ладно. Стоять! Не подходи! Пауль, она может выстрелить. Не подходи! Пауль! Сказала же! Оружие на землю. Отталкивай. Прости, но твой коллега настоящий осел. Да, знаю. Ты
Слушай, ты что, идиот? Боже мой, Нина, почему ты здесь? Не подходи! Нина, где Макс? Где Лили? Лили? Лили, где она? Позови ее! Нина, это ведь я. Макс меня так звал. Ты лжешь! Нет, это так. Зара Лили Мюллер. Заходи, я покажу тебе паспорт. Где Макс? Он в машине. Макс. Макс, это я, Лили. Она нашла тебя. Да. Она меня нашла. Возьми рюкзак. Это тебе Макс подарил? Нет, Руди. Руди? Его убили. Нет. Мы у него прятались, но они нас нашли. В последний раз я видела Руди до того, как он потерял ноги. Он сказал, что хочет все бросить. Что с него хватит. А Макс убедил Руди, чтобы он не уходил из команды. А когда все это произошло, Руди его ни разу не упрекнул. Ни разу не пожаловался. Он только шутил, что наконец-то может ездить на трамвай бесплатно. Ты любила Макса? Да. Да, я любила его. Даже очень. Ну, понимаешь, с ним всегда было очень трудно. Макс, он солдат, боец. А это значит, что долг для него важнее всего. Я пыталась привыкнуть к этому, потому что очень любила его и очень гордилась. Но потом он вдруг исчез. Его отправляли на задание, а я не знала, куда. Я ждала его недели, месяцы, ничего не знала. Не знала, где он и жив ли вообще. Он не звонил, чтобы просто сказать «Привет, я живой, все в порядке». Это было хуже всего, неизвестность. И вдруг он возвращался. Обычно раненый. Я его подлечивала. Спрашивать ничего нельзя было. Возможно, он видел что-то ужасное, терял друзей. Он ничего мне не рассказывал.
Он не мог ничего говорить о том, что видел, о том, что чувствовал. И вот однажды я устала. Устала бояться за него. Я не выдержала. Макс не солдат, он изменился. Уверена? Макс навсегда солдат. Этого не изменить. Он может жить только так, потому что это все, что у него есть. А зачем ты поздравила его с днем рождения? Просто я думала о нем. Наверное, я идиотка. Макс тоже идиот. Он тоже думает о тебе. Он дослушал твое сообщение, хотя за нами гнались агенты. Он дослушал до конца. И я видела, как он потом смотрел. И как же он смотрел? Грустно. Сара, за эти годы у тебя другие парни были? Ты знаешь, о чем я? Ничего серьезного. Может, ты еще любишь Макса? А может, ты закончишь свой завтрак? Скажи, ты была с ним счастлива? Ты о Максе? Да, о Максе. Первое время, конечно, да. У меня только закончилась практика, было лето. И все это было в Англии. В Англии? Угу. Сначала Лондон, потом Брайтон. Это старый курортный город с пирсом, пляжем, ярмаркой. Этот город так нам понравился, что мы прожили там целый месяц. Я получила небольшое наследство. И в Брайтоне мы пообещали друг другу туда еще вернуться и открыть свою мини-гостиницу. Но только для родных и друзей самых близких. Вот такая была мечта. Вот тогда я в Макса и влюбилась. Романтично. Почему вы не вернулись? Это были просто наши мечты. Макс был солдат, а не менеджер отеля. А я боролась за справедливость и честность. А справедливость есть? В суде? Уже нет. А в жизни? Думаю, если ты делаешь что-то хорошее, то будешь вознагражден. А ты? Когда была счастлива? Мне кажется, сейчас. Здесь.
Теперь отдыхай. Увидимся по ту сторону. Представлял по-другому нашу встречу. Я тоже. Я часто думал, если бы я не был солдатом, что было бы тогда? Тогда мы, возможно, не встретились бы. Возможно. Но тебе так шла военная форма. Нина, что такое? Какие-то люди. Макс, кто это? А, черт. Нина, идем. Бегите за холм к охотничьей вышке.
потом в лес. Держитесь правее. Через 2 километра выйдите на поле. Там еще одна охотничья вышка. За ней проселочная дорога. Когда доберетесь, позвоните Курту или Генри. Здесь номера. Ты с нами не пойдешь? Нет, я не пойду. Я задержу их. Бегите. Бегите. Я люблю тебя. О, я тоже тебя люблю. Увидимся на пирсе. Ты просто пытаешься остаться в живых. И ты думаешь... О чем? О том, что тебе в жизни дорого. О тех людях, которых ты любишь. О том, что ты еще не успел сделать. У тебя вся жизнь проносится перед глазами. И ты прощаешься с ней. Но внутренний голос говорит «нет». Нет, ты еще жив. Не сегодня.
проклятие. В чем дело? Бегите! Известный предприниматель Томас Бакер погиб. Вместе с ним погиб его начальник охраны Николас Вульф. Это подтвердил источник в полиции. Их просто взорвали. Кто мог это сделать? Этот мир очень жесток. Сегодня он стал намного лучше. Верно. Ну, рады? Рады, что я купил вам такие красивые вещи. Дай-ка мне откусить. Моя сестра такая жадина. А ну что ж ты вытворяешь? Ну ты и свинка. Дай мне салфетку. Что же ты делаешь? Что такое? Ничего, милый, ничего, все супер. Вот так. Фальтнер, уже слышали? Кто говорит? Тот, кто знает, какой ты продажный. Это были вы? Нет, вы не угадали. Я скажу, что произошло. Вооруженный конфликт в Африке или на Ближнем Востоке, выбирайте. Бакер снабжал обе стороны. Одной стороне это не нравилось. Они приехали в Германию и наказали его. Вы знаете, как надо поступить. Вы слушаете? Как это сделать? Сами решайте, только быстро. Соврите что-нибудь, у вас хорошо получается. Забудьте о нас. А я забуду о вас. Вы поняли? Папа! Да. Папа! Идем! This is not what I had planned. It's out of my control. Flying at the speed of light, thoughts were spinning in my head. So many things were left unsaid. It's hard to let you. All I wanna do is trade this life for something new. Holding
память о Мартине Кадире Аугастиньяке, отдавшему жизнь ради спасения товарища. Этот фильм посвящен всем погибшим, раненым и покалеченным в Афганистане солдатам и их родственникам, и всем солдатам, которые сейчас проходят службу. В память о Тони Скотте. Praying like a fool, it's been on the run. Heart's still beating, but it's not working. It's like a million-dollar phone that you just can't ring. I reached out, trying to love, but I feel nothing. Yeah, my heart is numb. Студия дубляжа Central Production International Group. Режиссер дубляжа Юлия Бирюкова. Звукорежиссер Владимир Шустер. Перевод Анастасия Казанцева. Автор синхронного текста Галина Климова. Режиссер перезаписи и монтаж звука Сергей Шипоша. Менеджер проекта Андрей Немчинов. Руководитель проекта Дэвид Шуфутинский. Роли дублировали: Мария Иващенко, Алексей Мясников, Владимир Антоник, Денис Некрасов, Татьяна Шитова, Александр Досевич и другие.